Привет, друзья! Сегодня мы рассмотрим универсальное бюджетное зарядное устройство PUGE MAX D4. Это зарядное устройство позволяет заряжать аккумуляторы, разные по размеру и химии. Короткая ссылка на зарядное устройство PUGE MAX D4 в магазине AliExpress находится внизу в описании к видео. В коробке зарядного устройства вы найдете само устройство, кабель USB, micro-USB и инструкцию по эксплуатации на английском языке. Разъем для подключения питания находится сверху на торце. Раздвижные контакты свободны и легко двигаются. Также важно отметить, что данное универсальное зарядное устройство совместимо с такими типами аккумуляторов, как никель-металлгидридные и никель-кадмиевые популярных размеров, и литий-ионные от размера 10440 до размера 26650. Каждый из четырех слотов зарядного устройства работает независимо друг от друга. Это позволяет заряжать аккумуляторы разной емкости и типа одновременно. Входная мощность для зарядки батарей составляет 5 вольт 2 ампера, при этом зарядка аккумуляторов может быть выполнена с токами 0,5 ампера, 1 или 2 ампера в зависимости от выбранной настройки. В зарядном устройстве PUGE MAX есть комфортный монохромный LED-дисплей, который отображает все показатели зарядки, включая текущий уровень заряда, ток зарядки для каждого отдельного аккумулятора. Устройство также оснащено защитой от перезарядки и установки с обратной полярностью. Устройство может заряжать одновременно 4 аккумулятора током 0,5 ампера. При зарядке двух аккумуляторов возможно установить ток заряда до 1 ампера, а при заряде только одного аккумулятора возможен заряд током до 2 ампер. Управление зарядкой PUGE MAX осуществляется с помощью кнопок, расположенных на верхней панели устройства. Для управления током заряда нужно нажимать кнопку с символом A. Переключение каналов для контроля происходит при нажатии кнопки C. Следует учитывать, что рекомендуется не поднимать ток заряда для никель-металлгидридных и никель-кадмиевых аккумуляторов более чем 500 мА в час. При завершении зарядки аккумулятора на экране перестанет мигать индикатор и устройство покажет текущее напряжение и залитую емкость аккумулятора. Проверим, как реагирует устройство на неправильную установку аккумулятора. Как видите, зарядка не происходит. И возобновляется после правильной установки. В общем, это зарядное, неплохой бюджетный вариант для заряда аккумуляторов с выводом удобной визуальной информации. Конечно, вы не увидите реальную емкость аккумуляторов, но сможете приблизительно оценить его работоспособность. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые обзоры. Я надеюсь, что информация была полезной и помогла вам в выборе зарядного устройства. Благодарю вас за просмотр моего видео.